Сегодня поистине значимое событие в сфере расширения международного молодежного сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС. Реалии современного мира побуждают государства БРИКС и ШОС к более эффективному обмену мнениями и опытом. В данных условиях широкая вовлеченность молодежи является ключевым фактором стабильности, взаимодействия и развития на пространстве БРИКС и ШОС. В Уфе начал работу первый молодежный форум стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В Башкирию прибыли молодые лидеры в возрасте от 20 до 25 лет из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, а также эксперты из Германии, Франции, Японии и Болгарии. Молодые активисты обсудят результаты саммитов глав государств ШОС и БРИКС, а также разработают дорожную карту по совместным молодежным проектам. Итогом форума станет подписание резолюции. Предложение, которое мы предварительно вырабатывали с нашими коллегами, это как минимум три вопроса. Это первое – возможность проведения в 2017-2018 годах двухсторонних обменов молодежных России-Индии. Второй вопрос – это обсуждение и в дальнейшем возможность посещение стран БРИКС без виз для молодежи. И третий вопрос – это о создании экспертного сообщества стран БРИКС для того, чтобы можно было обсуждать наиболее перспективные проекты, программы развития молодежи наших стран. Мы считаем важно это развитие туризма, тоже между этими странами очень важная составляющая. Как я уже сказала, гуманитарные, образовательные проекты и создание такого информационного центра молодежи стран БРИКС и ШОС, и одно из предложений развития банка идей, чтобы какие-то инновационные проекты, чтобы они скапливались, эксперты их рассматривали, и, может быть, уже в дальнейшем, когда банк развития БРИКС получит новые продвижения, чтобы вот эти интересные проекты могли бы реализовываться, им оказывалась поддержка. Сегодня на площадках будут обмениваться опытом в той или иной отрасли, по тем или иным направлениям. Наиболее, наверное, активные представители сами молодые люди. У нас достаточно серьезная группа молодых людей задействована, в том числе и волонтеры. Это, конечно же, обмен опытом, обмен мнениями. Площадки форума, который продлится в Уфе до 29 июля, будут работать по пяти направлениям. Бизнес, ответственность, инновации, сотрудничество и наука. Мы со своей делегацией разработали один очень интересный культурный проект для развития международных отношений. В целом это представляет собой новую универсиаду среди всех стран БРИКС и ШОС. Мы ожидаем от данного проекта сотрудничества. Мы представители бразильской организации, нас 5 человек. Мы все являемся членами общественных организаций, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы обсудить с нашими коллегами из-за рубежа различные сферы взаимоотношений, такие как научные, технические, общественные и обучение и многие другие. Страны БРИКС являются странами очень похожими, и у нас очень много точек соприкосновения. Мы все представляем цивилизации, которые были образованы очень давно, но, к сожалению, сейчас, по сравнению с определенными странами в мире, мы еще развиваемся. Соответственно, вместе мы могли бы помочь достигнуть необходимых уровней и, соответственно, стать ведущими в мировой политике. Алина Гребешкова, Антон Кучерин, городской телеканал ЮТВ.